Спасибо, что помог, Декарт. Ну, на здоровье. Приятель, тебе всегда рад помочь. Ты же знаешь, ты можешь на меня рассчитывать, друг мой. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт и Соник с вами тоже. Топочет своей ножкой, грозно на нас смотрит и говорит: I have something to tell you. Понимаете, ему есть что нам сказать. Сказать ему есть что. Скорее всего, он хочет нам сказать: бегите, глупцы, и спасайте свои попцы. Потому что Sonic XZ скоро придет. А эта игра же про Sonic XZ, правильно, она называется Another Sonic XZ Fun Game. Поэтому, в общем-то, во имя Sonic XZ поставьте, пожалуйста, лайк, как говорится, за его здоровье. Обязательно пишите комментарии, обязательно подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И жмите колокольчик, включайте все уведомления. Ну, что ты там хочешь сказать? Что тебе надо? Так. Делай то, что он хочет, но берегись. Ограничение времени. Блин, это хреново. О, господи, все, я понял, твое время уже ограничено по полной программе, да? Нажмите старт. Аж музыка прекратилась, какая жуть, представляете? Ну давай нажмем старт. Дата селект, все, Соника уже, ребята, уже не выбрать. Уже не выбрать Соника. Так, А это джамп, а С это панч. Такие контроли тут. Контроли, да. Прикольная музыка, это из оригинального Соника какого-то? Мне нравится. Хорошая музыка, серьезно, что? Так, ну ладно, давай. Ой-ой-ой-ой-ой, Тейлз, не оборачивайся, лучше тебе не... Что происходит? Схвати 50 колец, прежде чем я схвачу тебя. Серьезно? Мне прям надо так спешить куда-то? Подождите, а... А что он такой тормоз? Он не ускоряется, я не могу сделать этот спин-дэш этот. По спин-дэшить не могу ни хрена. Так, сколько у меня? 39, 38. А, ну слушайте, ну у меня, в принципе, время-то есть. А что если позволить ему? Ну ладно, давайте не будем эти эксперименты пока ставить охренительные. Да как тобой взлететь-то ты? Господи Иисус, ты можешь взлететь, нет? Он не взлетает, ни хрена. Я не понимаю. Просто это какой-то тот самый тормоз какой-то лисячий. Только вот так. По-моему, я уже проиграл. Осталось 10 секунд, ребят. Все, мы сейчас всрём. Сейчас посмотрите, как он меня будет ловить. А так как я как изнасилованный в сраку паралитик хожу, так он меня поймает вообще без проблем, я думаю. Все, он уже полетел. Все, он уже, оно полетело, понимаете? Оно уже полетело. Так, ладно, давай еще раз пробовать тогда. Хорошо. А, тут вот так вот. То есть все, я просрал свой шанс, получается. Ладно, хорошо. I have what you want. Тебе просто нужно найти меня. А сейчас мне что надо делать? Мне надо всех вот этих красавцев, короче, хреначить. Походу, да. Мне, походу, надо всех вот этих красавцев хреначить и пытаться найти того из них, кто настоящий, да? О! Ля, какая прелесть. Наклз выжил. Хорошо, Эггман. Давайте попробуем за Эггмана. Так, за Наклза мы определились. Если ты хочешь построить... Факер. Быть лучше быстрым. Не хочу я это строить. Ты чё? Соник, ты чё? Ты чё такое говоришь вообще? Я не хочу строить вот это вот слово, которое ты ужасное употребляешь. Я культурный вообще человек. Так, и что от меня требуется, я не пойму. Что я этим пузом могу построить, скажите мне? Что я могу построить этим пузом, кроме программы по похудению? И то сомневаюсь, что я это построю с такими габаритами. О, смотрите. Я взял какую-то хрень. Зачем? Что она дает? Может, она позволяет мне как-то это? Да нет, ничего не позволяет. Так, смотрите, я должен собирать детали, да? У меня есть ограниченное время на то, чтобы собрать детали. Нажал какую-то кнопку. Наверное, я там опустил проход, да? Сейчас вот от стены нет. Да, да, смотрите, вот здесь она, стены нет. Можно пройти вот тут. Тоже вот всякая срань. Только я боюсь, что... И чё? Ни хрена не понял. Итак, выжил один Наклз по итогу у меня. Вау! Давай, только давай ты вот лететь будешь так. Дальше лети, дальше лети отсюда. Лететь, ты начал лететь, лети отсюда. Спасибо, что помог, Декарт. Да на здоровье. Приятель, тебе всегда, тебе всегда рад помочь. Ты же знаешь, ты можешь на меня рассчитывать, друг мой. Ты позволил им умереть. Ты слишком медленный, чтобы их спасти. Ты никогда не будешь способен спасти их. Потому что я бог. Единственное, что я делаю сейчас, это убью тебя.
Че, прям меня? Вот прям меня, да? Давай, не... Зачем? Ну, я не вижу, чтобы он меня убил, но игра закрылась. Это я вижу, да. Я по-прежнему, вы не поверите, жив, да? Вы не поверите, но это так. Но, ребята, надо попробовать еще раз выжить хотя бы за... Да-да-да, я понимаю все. Я все понимаю. Так, сейчас. Хоп. Хоп, 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 хоп. Сейчас все соберем, все. Все насобираем, и все будет хорошо. Мне придется вот здесь вот ходить, да? Смотрите, так, осталось 44 секунды. И осталось 20 колец. Ну, в принципе, я тут должен суметь, мне кажется. Ну, тут я, в принципе, должен все суметь. Ну, Соник Экзе, ну, в самом деле, что-то... Что ты мне будешь рассказывать, что я не смогу? Да я же смогу. Да я же еще как смогу. Я просто вначале не разобрался с управлением. Я не понял, что он реально вот такой тормозной и должен быть, в принципе. Поэтому, как бы... 43-44... Смотрите, я даже, в принципе, в правильном направлении иду. То есть, вначале сюда, потом... 48... И что? А что дальше-то? А, погодите, а чё, а, все, отлично, вот и отлично. Так, этот выжил. Сейчас быстренько этот самый, Наклз у меня, давайте. I have warned you. Где там он был? Вот здесь, по-моему, вот этот хрен, да? Во, нашел. Так, все, за Наклза тоже просто. А вот за Эггмана я не знаю, ребята. Чего от меня игра хочет за Эггмана? А, вот, смотрите. Вот эту срань надо было еще взять. А я ее, наверное, тогда и не взял, я думаю, да? Вон, смотрите, у него там башка. Он там прям рядом с башкой там стоит. Так, ну что, better be fast. Ну, я сейчас буду fast стараться, вот. Давай, сейчас быстро пролезли вот сюда. Так, хорошо, осталось еще буквально несколько деталей. Время, в принципе, есть. Я располагаю свободным временем. Все нормально, да? Главное это самое. Хоп, все, нажал. Это, тут все, как я и делал, да? Тут все, как я и делал. Дальше бегу вот сюда. И там как раз вот в той башке вот этого Металл Соника подхожу, все строю, и все зашибись будет, да? Ну, наверное. Так. Давай-ка. Хоба. Вуаля. Все. И смотрите, и дата селект, и Соник. Сейчас за Соника против Соника Экзеза. Но это будет не за Соника, а за Соника. Понимаете, он от страха обоссится. Так, ну ладно. Снова взлетело его высочество, значит. И хочет нам продемонстрировать свой голливудский оскал бомжатский. Желтый, да? Ну, давай. Молодец. Молодец, милашка. Так. Не обосрись, смотри, одна тут. Опа. Чё? Выкусил, хрен? Лови. Плю. То чувство, когда поймал в хлебало, да, двоечку. Нормально, нормально. Поздравляем. Поздравляем. А Эггман сейчас, по-моему, обделается, мне кажется. У него ноги уже не держат, реально. Ну так еще бы. Такое брюхо-то. Ничего удивительного там нет. Ты ничего, ты не потерялся, слышишь? Ты что тут делаешь вообще? Привет, Санс. Титры. Игра сделана. Пудим обестада. Соник Экзе, спрайты сделаны. Соник 1 ТТС фан 1990. О, 1990, мой ровесник, походу. Оригинальные игровые спрайты. Соник Тим. Бета-тест. Ой, я сейчас, конечно, Да, я такой чтец, конечно, этих испанских имен или каких там, хрен знает. Ну, короче, не будем позориться дальше. В общем-то, Соник Экзе Крипипаста вдохновила, естественно. Санс от Тоби Фокса, спасибо, что сыграли. Все, ребята, игра вот на этом вот закрылась. Вот такая вот игра. Прикольно, прикольно, что. Хорошая фан-игра, мне понравилась. Довольно необычная, оригинальная. Несложная, да, не заставляет тебя страдать. Тоже здорово. Ну и на этом можно заканчивать. Ставьте, пожалуйста, лайк, пишите комментарии, подписывайтесь и жмите колокольчик, если вам было интересно. Все, всем счастливо, всем удачи, всем пока.